работать на земле. Личный прием. Его проводит регулярно прямо на территории городских и сельских поселений руководитель администрации Щелковского муниципального района Алексей Валов. На этот раз в воскресный день прием граждан прошел в Загорянском. Много было вопросов по выделению земельных участков. В каждом случае надо было разбираться и искать решение. Жители обращаются из просьбы разрешить споры по владению землей. Не всегда они готовы ждать судебных решений. И потому руководителю администрации приходилось терпеливо объяснять, что разногласия между собственниками решает только судебная инстанция. Интересное предложение внес на рассмотрение администрации района житель Загорянки Ростислав Виноградов. Он предложил в стоявшем без дела уже на протяжении 7 лет здании по адресу Тургенева 6, где раньше располагалась школа искусств, создать краеведческий музей поселения. Алексей Валов положительно оценил эту инициативу. На ближайшие дни запланировано совещание, где при участии и краеведов, и музейных работников будет этот вопрос обсуждаться. По музею. В принципе, мы все проговорили. Во вторник после селекторного совещания у меня в кабинете будет Наталья Георгиевна, Ирина Витальевна и, соответственно, это в отношении музея. Музея, да. Примем положительное решение. Положительное решение примем где-то здание передать вам, объект вам передать под музей. На приемах решаются не только проблемные вопросы, возникают и приятные моменты. Так, например, Ростислав Виноградов поблагодарил руководство района за то, что остановлен проезд транспорта через жилые кварталы поселения. Сотни людей наконец-то начали жить спокойно. Мы написали вам благодарность. Смотрите, с огромным количеством подписей. Важная тема, которая постоянно возникает в поселениях, связана с работой предприятий малого бизнеса. Семья предпринимателей Клавдия и Юрий Цоля обратились с жалобой на установку перед их магазином киоска с печатной продукцией, который заслоняет вход и снижает торговый оборот. Алексей Валов высказался определенно за то, чтобы оказать помощь предпринимателям и переместить киоск. У нас есть указания не только как бы руководства нашей области, но и президента Российской Федерации о поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Соответственно, мы вас поддержим. И постараемся ситуацию регулировать таким образом, чтобы ваш бизнес не пострадал от установки нестационарного объекта, который, я так понимаю, в нарушении схемы размещения нестационарных объектов стал не то место. Предприниматели остались довольны тем, что власть внимательно вникает в их проблемы. Довольны. Считаем, что... Ждем ответа на следующей неделе. Каждый такой прием дает возможность оперативно решать наболевшие проблемы, с которыми граждане приходят к районной власти. Все их обращения запротоколированы и взяты в работу. Со всеми проговорили проблемы, ищем пути решения, потому что вопросы застарелые все, требуют архивных документов и понимания того, что их можно найти и потом каким-то образом приступить к делу для того, чтобы решить положительно в сторону, конечно же, заявителей жителей. Будем над этим работать. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».